живем в современном городе, да, и есть сектора, где нет этой системы канализации. Я не буду сейчас комментировать, как все это эвакуируется, да, и вносится из дома. Я сам живу в таком районе. Без канализации. Интересно. Я сам живу. Давайте я прямым таким вопросом вам у вас спрошу. Как вы выносите тогда все из дома? Грибная яма, раз в месяц заказываю машину, приезжаю за машину. Да, и хочу сказать, что мне это стоит, эти 15 кубов, вместо того, чтобы заплатить 3 лея 90 бонус, ну, в среднем 4 лея, вместо того, чтобы заплатить 6 лей, да. 6 лей, то есть 60 лей, я получу 600 официально. Ну, я сейчас прокомментирую в этом контексте. Наверное, тот сектор позволяет построить грибную. Такую грибную яму. Но есть сектора в Бельцах, где просто уже вода просто выплескивает на поверхность, где невозможно построить такие ямы. Это во-первых. Во-вторых, есть люди, категории людей, у которых нет таких финансовых возможностей построить выгребную яму. Я так понимаю, что вызвать специализированную машину — такое дешевое удовольствие, в принципе.